Не забывай свои корни. 4 октября во всех регионах страны прошел большой этнографический диктант. Аналог популярного тотального диктанта. Попытка оценить знания граждан многонационального государства о народах, которые в России живут, как говорится, бок о бок. В Омске на вопросы с национальным колоритом можно было ответить на 10 площадках. В отличие от уже хорошо известных диктантов тотального и географического, эта акция пока не вызвала ажиотажа. На омских площадках отметились в большинстве случаев студенты профильных специальностей. Результаты диктанта публикуют на сайте mireno.ru 4 ноября, в День народного единства. По итогам акции организаторы обещают предложить дополнение в учебные программы по этнографии. Я немного удивилась, когда увидела эти вопросы. Чтобы ответить на них, нужно быть действительно эрудированным человеком. Я раньше не задумывалась, что пельмени, например, это даже не русское блюдо. Вокруг нас проживают разные народы. И это очень важно, узнать их душу, их традиции. Но больше всего, конечно, интересует русский народ.